Давайте, удачи. Спасибо. Ага, спасибо. Пойдет. А стрим где-нибудь можно глянуть? Запись только. В конфе потом. Позже. Таня, не надо. Всем привет из Севильи. Сегодня мы смотрим футбол на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Давайте только без жидкой подлива. Диас. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Атака продолжится через фланг. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Бот на воротах. Крайне плохой пас получился. Мяч перехвачен. И что дальше тут будет? Удар есть. Это было просто для голкипера. Диас. Дождался, уверен, когда закроет всех. Из-за боковой будет вбрасывать. Играет он на партнера. И как он дальше мячом распорядится? Ударище! Невероятный сейв! Альтап у меня. Теряют они мяч. Уже не выйдешь. Может получиться интересная атака. Есть шанс выйти вперед. Что такое, вылетел? И пропустили сразу. Серьезно пропустили? А разве не в 15 минуте выходит? Нет, нет. До 10. Заебись. Вроде бы, я не помню. Играйте. Уходит Влад, отдает он передачу, мяч в середину штрафной. Хорошо, и блин, хорошо, классный, трудный для вратаря, но не точно. Можно мяч в штрафную навесить. Без мяча остаются они. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Потерял атаку нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Выбит мяч из штрафной. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Очень хорошую атаку удалось защите прервать. Наверное. Диас. Хорошо, атака развивается. И есть куда бежать ему дальше. Но есть возможность добить мяч в ворота. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Мяч у соперника теперь будет. Отдает он мяч партнеру. Хороший пас получился. Продолжает эту атаку, но мяч еще в игре. Все просто, вынос.
уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Диас. Хороший пас во фланг. Отличный пас. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Играют они в пас. Мяч потерян. Какой перехват! Великолепно сыграно. Отлично он играет сейчас. И что дальше тут будет? Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Хорош он в отборе, будет аут. И как он дальше мячом распорядится? Мяч на угловой уходит, был рикошет. Дальний. Идет мяч в штрафную. И тут может что-то получиться. Великолепный пас. Здорово. Хорош. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, и действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Играет он на партнера. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Какой прекрасный пример отбора мяча. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. И мяч выбит из штрафной. Играет в пас команда. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Ой-ой-ой-ой. Хорош. Бля, меня иногда эти анимации, надо, сука, убивают. Поставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Катают они мяч. Не смогли они мяч удержать. Хорош. Бля, у Диего Бот пока тащит. На перерыв уходит команды, пока один один. Пока по нулям все. 4-2-3-1 у них. Чуть побыстрее надо. Как-то. Побыстрее в темп включить. Вторая половина матча началась. Джерард. Мяч у соперника теперь будет. Все верно, края надо чаще задействовать. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Тащит мяч вперед он. Хорош.
Интересно, куда дальше мяч пойдет? Удар! Хорош. Здорово он этот удар накрыл. У нас счет равный, посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша. Это вот большой. Уголовного. Угу. Скидывает мяч на партнера. Хорош. Отличный сейв вратаря. Мяч за боковой линией. Фил, забеги вперед, Талкин. Влад. Славик есть. Ой-ой-ой. Отворот показывает арбитр. Фанатский мяч, Славик. Черногория, дурак. Диас. И снова точно партнера отдает он мяч. Дальняя держи. Отдает он мяч партнеру. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. И что дальше тут будет? Классный отбор, можно играть. Джерр. Без мяча остаются они. Не получилось у них мяч удержать. Блять, нихуя. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Обыгрывает он защитника. Здесь защита справляется. Основная ставка команд сегодня, похоже, сделана на контроль мяча. Можно сказать, это приносит свои плоды, потому что ничья у нас хоть и держится, но она не безголевая. И вполне мы еще можем увидеть забитые мячи. Ходит мяч у них. Чисто отобран мяч. Нет, не дошел этот пас до адреса. 20 минут осталось играть. Хорошо, он в пас умеет играть. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Из-за боковой мяч будут вводить. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. И мяч выбит из штрафной. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Удар! Как здорово, он голкипера подстраховал тут. Хорош. Очень вовремя оказался в нужном месте. Большого попробую взять. Впереди, блядь! Идет мяч в штрафную. Сука! Ты сказал берешь, так иди бери, блядь, ближнему. Так куда ж бери? Нормально. Он один остался, ёпта. Да нихуя не остался. Ну, посмотришь потом. В итоге остался и тот, такой и этот, блядь, один. Просто обязан держать напряжение до последних минут. Сейчас ближе к этому было, а потом к нему пошел. Переходят они в атаку. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Ла. Не устают болельщики гнать свою команду вперед. Они сегодня ждут только победы. Теряют они мяч. Есть. И
как он дальше мячом распорядился. Ой, сука. Головой здорово играет защита. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Играет он на партнера. Опасно будет, если примут этот мяч. Ой. Очень здорово они в контратаке сыграли, но немного не повезло. Мяч мимо прошел. Да, классно было сыграно. Если им еще один шанс дать, то точно не промахнуться. Отдает он мяч партнеру. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. И что дальше тут будет? Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Уверен, он сыграл сейчас. Конец основного времени матча. Но и как и в первом круге, такая же игра была здесь. Резко. Проебались, да? 1-1. Ну ладно, не так все плохо. Давайте пока. Да, давайте пока. Да, ребят, давай, давайте, пока. Спасибо за игру, счастливо. Взаимно. Саря, бот на бот. Нормально у тебя так было, кстати. Бот тащил вообще. Ничего, 1-1, нормально. Лучшая оценка за всех. Серьезно? Да, 8-3, да. Сука, смешно будет, если еще и в сборку попаду. Да, я офигел. Не сидеть.